Тема безопасности в свете последних событий актуальна в повестке властей всех уровней. Вот и на очередном комитете по социальной политике депутаты городской думы при общении с чиновниками от образования спросили у них, насколько безопасно сейчас в школах и детских садах. Какие меры предпринимаются для блокировки доступа подозрительных лиц? Одно из направлений – это установка систем контроля управления доступом. Это вот в 4 учреждениях, в 6 зданиях. У некоторых учреждений были эти системы управления доступом, как 46-я, гимназия Салахова. Технический прогресс – это хорошо, хотя и стоит дорого, раз устанавливают эти системы не повсеместно, а точечно. В большинстве школ системы безопасности консервативны. Камеры видеонаблюдения и охрана в лице одного человека. На вопрос, как же он справляется с дозорными функциями в часы массового прихода и ухода детей, ответ знает каждый. Бедной охране, которому нужно записать каждого из родителей, которые приходят, первоклассников приводят, потому что им в любом случае сейчас нужно сопровождение. Кроме того, ему нужно смотреть на камеру, про которую вы говорите, и обеспечивать вход на территорию образовательного учреждения. Кроме того, это вот постоянные процессы движения этих людей абсолютно неконтролируемым, мне кажется, просто одним человеком. И нет контроля не из-за халатного отношения к работе охранников. Просто наплыв людей колоссальный. Представьте, поток 500 учащихся, да еще и с родителями. В таком количестве людей разглядеть опасность очень сложно. Почему охранник один? Именно такой расчет мы закладывали в бюджет на охрану. Но хочу подчеркнуть, что это не единственный человек, который осуществляет контроль входа безопасности в учреждение. Утром на момент входа стоит и классный руководитель, и заместитель руководителя. С одной стороны, все выглядит чинно, и деньги сэкономлены, и предприняты сверх меры. Только вот что эффективнее, еще один профессиональный охранник или 2-3 уважаемых педагога в вопросе безопасности? Дмитрий Подлесной, Денис Зонов, Сургут Интерновости.